Юные пешеходы, будущие водители, дети и родители, велосипедисты и мотоциклисты, автомобилисты, наши гости, наши зрители, добро пожаловать! Привет! Вам путь открыт, зеленый свет! Юные инспекторы дорожного движения Барвихинской школы дали зеленый свет для маленьких пешеходов. Они рассказали первоклассникам об основных правилах поведения на дороге и почему так важно соблюдать их с раннего детства. Потому что если чтобы безопасность была, потому что если ты не будешь их соблюдать, то тогда ты можешь попасть либо под машину, либо под автобус, либо вообще там перекувырнуться и сломать себе позвоночник. Эти ребята знают правила на зубок. Они представляли Одинцовский округ на областном конкурсе «Безопасное колесо», который проходил в Мытищах в середине октября. Там они преодолели 6 станций из творческих, практических и теоретических заданий. Медицина была и практическая, и теоретическая. То есть они сдавали тесты, вопросы, у них были командные, у них задания были задания индивидуальные, то есть где-то потом приплюсовывались к командному зачету. Поэтому на самом деле это было огромное испытание, но при этом и большой праздник. Ребята без труда объезжают препятствия, выполняют сложные фигурные задания на велосипеде. Этот транспорт осваивают на тренировках не один год. Говорят, всему можно научиться, если упорно тренироваться. Сначала одно препятствие, потом два, это постепенно все добавляли. Ну, надо много тренироваться, много ездить. Но с первого раза никогда не получится. Пока команда ЮИТ «Веселый ветер» ждет результатов конкурса, продолжает тренировки и приглашает в ряды юных инспекторов дорожного движения новых активистов. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».